Добрый день, с вами канал Интерес, и сегодня речь пойдет про новый 2020 год. Это будет год белой металлической крысы, которая вступит в свои права не 1 января, как многие считают, а 25 января. Астрологи уверяют, что она принесет стабильность и решение материальных проблем. Цвет года – белый цвет, символ чистоты, хороших намерений и искренности. Год обещает быть хорошим, несмотря на то, что этот год будет високосным. Учитывая тот факт, что для этого животного семья на первом месте, правильнее всего Новый год будет встречать в кругу близких людей, в кругу семьи. Перед встречей Нового года лучше навести в доме порядок. Провести генеральную уборку, повыкидывать ненужные старые вещи. Крыса не любит лишнего хлама и любит чистоту. А также уборкой вы очистите энергетику дома и наполните его новой положительной энергией. Итак, что приготовить? На новогодний стол должны быть приготовлены блюда, которые любят крысы. А мы знаем, что это животное ест все, и поэтому можно не переживать, а готовить почти все подряд. Будет приветствоваться обилие нежирного мяса, овощей и фруктов. Крысам, как любителям зерновых культур, можно смело выбирать рецепты из круп. Нежелательно увлекаться заморскими продуктами. Выбирайте пищу попроще и повкуснее. Рекомендуют исключить из блюд капусту, манную кашу. Ее, конечно, вряд ли кто-то готовит на новогодний стол. Стоит исключить жирное мясо. Заменить его постными сортами, например, птицей или рыбой. По поводу сыров, здесь спорный вопрос. Кто-то уверяет, что сыры надо обязательно использовать, но выбирать сорта с нейтральным запахом. Кто-то указывает на то, что сыр крысы любят только исключительно в мультиках, и что лучше этот продукт из меню исключить, чтобы не отпугнуть зверька запахом сыра. Здесь уже решать и выбирать вам. Что касается интерьера и украшения жилища. В интерьере квартиры должны преобладать аксессуары металлических цветов. Должны присутствовать белые и оттенки серой гаммы. Скатерть постелите однотонную белую. Украсьте стол подсвечниками серебристых оттенков с белыми свечами. Столовые приборы серебряного цвета отлично как раз подойдут для украшения новогоднего стола. Поставьте на стол фигурку приходящего животного. Подойдут для украшения снежинки из белой бумаги и фольги. Надо стараться подготовить свое жилище к празднику без помпезности и пестрости, чтобы все гармонировало и было со вкусом. Что касается наряда. Всех всегда волнует этот вопрос накануне новогоднего праздника. Отмечать нужно в наряде, в котором будут преобладать цвета белых и его всех оттенков. От холодного белого до оттенков слоновой кости, серебристых, серых оттенков, от насыщенного серого цвета и до светлого с жемчужным отливом. Астрологи рекомендуют выбрать платье из мерцающей ткани. Подойдет также наряд из переливающихся тканей, тканей с нашитыми пайетками. Ну и самое главное, не забудьте встречать Новый год только с хорошими позитивными мыслями. И под бой курантов можно загадать желание. Для этого напишите ваше желание на листике бумаги, подожгите бумагу и затем, когда она сгорит, выбросите пепел в бокал шампанского. И сразу выпиваем данный волшебный напиток. Это все надо успеть сделать под бой курантов. Совет вам, пишите желание на маленьком кусочке бумаги, чтобы пепла было поменьше. С наступающим Новым годом, друзья! Хорошего предновогоднего настроения! Удачи в новом году! Ставьте лайки, подписывайтесь на наш позитивный канал. До новых встреч!